По факту уничтожения граффити времен революции достоинства в Киеве открыто уголовное производство. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Напомнил, место боевых действий и массовой гибели людей в районе улицы Грушевского во время протеста в феврале 2014-го отнесено к объектам культурного наследия. За их порчу или уничтожение предусмотрена уголовная ответственность. Тем временем куратор художественных проектов Гео Лерос рассказывал, уничтожение граффити восстановят, работы начнут уже в понедельник, 4 сентября. Напомню, накануне с фасада здания на Грушевского 4 стерли стилизированные портреты классиков украинской литературы. Тараса Шевченко, Лесі Українки и Івана Франко. Их нарисовал во время революции достоинства художник, известный под ником «Социопат». Он не комментирует ситуацию. Сегодня несколько десятков активистов устроили протесты у магазина, на стенах которого были граффити. Не обошлось без порчи имущества. Разбили двери, окна, расписались стены и витрины. Полиция усмирила нападавших, опрошенные нами киевляне поддерживают восстановление граффити, а случившееся считают вандализмом. Это вандализм даже по закону, поскольку они уже были зафиксированы как определенный памятник исторический. И, конечно же, это недопустимо. И если есть люди, которые не понимают, что память нужно хранить, что история — это не только, например, София Киевская, то, что происходило недавно, это тоже наша история. То есть эта история будет повторяться, пока они этого не запомнят. Історичні постаті Леся Українка, Іван Франко. Эти исторические фигуры Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, которые были визуализированы как герои современности, как активисты, которые пошли на пули, пошли против системы, защищая свои права. Они стали символом революции. Сегодня этот магазин есть, завтра его не будет. А эти фрески — символ революции. Их уничтожение — это аморальное преступление.